Вооружившись швабрами, метлами и граблями, сотрудники Центра поддержки предпринимательства отправились на субботник. Режим самоизоляции они не нарушили. Губернатор разрешил нижегородцам прогулки на расстояние до 300 метров от дома. Когда это все закончится, неизвестно, но все-таки нужно следить за порядком. И те сотрудники, кому сегодня разрешено работать, да, мы решили вот 2 часа времени посвятить уборке территории. Сотрудники Центра поддержки предпринимательства прибрали придворовую территорию своего здания и небольшую площадку на Октябрьском проспекте. Справились за 2 часа. За это время они собрали 5 пакетов с мусором. Сплочает коллектив, немножко отвлекает от той ситуации тяжелой, напряженной, которую сейчас вышли, немножко размялись, подышали воздухом, потому что сейчас гулять все-таки нельзя. У нас очень строгие режимы, работа, дом, дом, работа, там магазин. Ну, девчонки вот с радостью вышли подышать воздухом. На городской субботник вышли сотрудники муниципальных учреждений, работники подведомственного социального блока, а также полицейские, спасатели, пожарные и студенты. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.